после того, как открылся с помощью заслона без мяча. Хил на Попова. И Хоменко здесь не смог перехватить. Илья. Значимое умение. Походяев. Здесь пока есть трудности у Руны в этом нападении. Но Хил хорошую попытку себе нашел и попал. Над этим аспектом долгое время именно отдельно. В этом сезоне 29,3%, но все-таки... Якушин, кстати, вышел на площадку в паузе. Его первое появление сегодня. Заброс на Моргана. И он как раз через своими попаданиями выиграл очень важную игру в марте против Автодора. Вышел тогда со скамейки сегодня. Он был в старте, Данилов посадил! Предлагал себя в трехсекундной, но Джеремай не решился отдавать передачу. А вот теперь последовал пас на Данилу, и он еще и трешку. Джермай Хилл, передача на Моргана, 5 секунд на бросок. Хиллу пора атаковать, его трехочковый мяч. Но действительно, в плане дальних атак Александр прибавил. Попов, легкий 2 из-под кольца. Но совсем неудачно. И Кэмерона Янга отмечу, успел он вернуться в оборону, даже несмотря на то, что купился на показ. Хилл абсолютно 2-2-0-5. На площадке Алекс Тайус думал, что будет танк, но и так тоже красиво. 30 самых результативных игроков в истории, за этим тоже будем следить. Хилл оставляет мяч Ивановичу, Никола набирает 2. Взаимодействие с Походяевым, меняются здесь Лопатин и Хоменко. Морган открыт на периметре, бросает и попадает. И Хилл. В принципе, если, например, будет овертайм, вполне возможно, что он даже трипл-дабл сегодня сделает. Такие цифры у него интересные. Морган с Трушкиным на позиции пятого. Хилл. Его отвлекает Исмаилов. Теперь через Трушкина бросает Джерри и попадает. Отковать, а Минченко повелся на этот фейк. Передача на Моргана. Джувен входит внутрь и обыгрывает. Куда не спешит МБА. Сейчас таймер, это их союзник. Трушкин здорово играл.